Бывший директор коммунального предприятия, допустившего аварию на теплотрассе в Брейтово, окажется на скамье подсудимых. Напомним, в январе этого года в 30-градусный мороз без тепла остались больше 1000 жителей села Брейтово из десяток социальных объектов, в том числе школа, детсад и больница. Авария случилась на магистральном трубопроводе теплотрассы. Только спустя 4 дня удалось восстановить теплоснабжение. Для этого пришлось заменить 1,5 километра поврежденных сетей. На ликвидацию аварии из бюджета потратили 6 миллионов рублей. Позже в отношении 62-летнего бывшего директора МУП «Коммунальное хозяйство» села Брейтово возбудили уголовное дело. Расследование сейчас завершено. Материалы дела составили 23 тома. Потерпевшими признаны около 200 человек. Сейчас дело передано на рассмотрение в суд.